Европа провожает в последний путь Давида Сассоли. В четверг в мэрии Рима началась гражданская панихида по спикеру Европарламента. В числе первых проститься с одним из известнейших государственных деятелей пришли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги и мэр родного города Сассоли Флоренция Дарио Нарделла. Политическое наследие Сассоли ясно. Европа должна быть единой, иметь возможность говорить единым голосом по основным международным проблемам, а не колебаться, как это было в прошлом, как произошло в Афганистане. В этом вся Европа Сассоли, но нам еще предстоит реализовать эту идею Европы. Это его наследие. Давида Сассоли похоронят с государственными почестями. Траурная церемония пройдет сегодня в церкви Санта Мария дель Анджели на площади Республики в Риме. В ней примут участие итальянские и европейские политики и государственные деятели, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Сассоли был мягок и доброжелателен, но в то же время ясно и четко обозначал позиции. Это могло бы стать новым форматом политического общения, новым подходом к политике. Я считаю, что будущее как Италии, так и других европейских стран в более открытом и добром руководстве, а также в инклюзивности. Прямая трансляция церемонии прощания с Давидом Сассоли на Евроньюс начнется в полдень по центральноевропейскому времени, в 2 часа дня по Москве.